все верно, все верно, все верно. Так, что, меня не видно будет? Чуть-чуть. А если он станет драться бубны? Нормалек, ты что? Скажешь, как готово? Опа! В первую очередь, Николай, как рука? Мы запомнили вас на параде с гипсом. Отлично, все. Нормально. Все хорошо. Как прошла операция? Долго. Успел ли ты отдохнуть, набраться сил? Нет. Где отдыхали? На операционном столе. Николай, это не блица, просто побольше говори. На Бали 6 дней мне достаточно. Что с телефоном-то? Провели довольно насыщенные дни с кубком. Чья идея была полететь с кубком на вертолете? Ну, Юра не захотел ехать на земле, поэтому он только летает. Я думаю, это все он. С новым главным тренером знакомы? Может быть, слышали что-нибудь? Да, слышал и знаком. Что слышали? Что он главный тренер. А знаком как? Сборные разочек пересеклись. Что насчет новых игроков? Кого знаете? Зубарев, Яковлев, Артюхин? Никого не знаю. Первый раз слышу о них. Согласен. По льду соскучились за время отдыха? Удалось покататься ли вам летом? Ну, не удалось покататься. Даже особо позаниматься не удалось. Жаль, Николай, мы все занимались. В матче открытия играть будем с ЦСКА по новым правилам. По старым должны были с Акбарсом. С кем бы вам больше хотелось сыграть? Только не с нефтехимиком. Акбарс или ЦСКА? Подсказку зала, наверное. Или 50 на 50? 50 на 50. Давайте возьмем подсказку зала. Что вы хотите нам дополнить? Спасибо большое. Все, да? Все? Все. Да, с кем заканчивали, так и надо начинать. По всем правилам. Что скажете про Владимира Путина на майке? Ну, у меня он на кофте. Отлично. Все видит. Бдит. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай, большое. Не за что.